Всем добрый день. 14 ноября сегодня. Ну, мы не думали, не гадали с Витой. Поедем на базу отдыха. Называется Ореховое. Село Орлык, Полтавская область. Ну, от нас 92 километра. Так что сейчас Витуля выйдет. А вот она уже идет. Витуля уже пришла. Доброе утро. Да, та уже... Обед, считай, 12 часов, да? Угу. 20 минут 12-го. Ну, поедем, покажу я вам базу эту, все. Посмотрите. Может, кого заинтересует, тоже съездите, отдохнете. Ну что, добрались мы на базу. База Ореховая называется. Село Орлык, Полтавская область. Сейчас я вам покажу номер, все. Вот такая база. Номера, машины, стояночка есть. Вот земляки наши в Новогродовке. Тоже. А собачка пришла, уже кушать хотят. Попрошайки. Ну, давай я номер покажу. Вот такой номер. У нас Витуля уже тут разлаживается. Холодильничек есть. Кухонный гарнитурчик такой небольшой. Печечка есть. Что тут? Мусорная есть. Кастрюльки, сковородочки там есть. Тут просто шмоточки. Да, тут что? А, рюмочки чашки, есть, чашечки, тарелочки. Даже соль тут есть. Мойка есть, моющие даже оставили. Ну, вот такой при входе диванчик есть. Все обито вагоночкой. Сейчас посмотрим. Спаленка. Что тут за спаленка? Ага. Кроваточка есть. Широкая, большая. Тумбочка одна, вторая. Кондерчик есть. Телевизор есть. Шкафчик есть, слаживать что-то, душевая, бак горячая, вода есть, умывальничек есть, кабинка душевая есть. Ну ничего, за такие деньги, 900 гривен в сутки, по сравнению, как везде дерут, это еще нормально. Ножи наши в ведерке. Сейчас достану. Ну, потом дальше я вам покажу водохранилище, река Днепр. Ну, и называют они Каменское водохранилище. Ну, номеры все разложились. Вита, ты тут? Я тут. Угу. Ну, идем сейчас в лесочек, посмотрим грибочки чуть-чуть. На вечер сейчас, может, пожарим с картошечкой. Да? А вот он, лесок такой. При въезде сюда много-много стоят, грибы продают местные. 250 белый, да, а по 100 гривен польский, да, за килограмм. Вот такие у них расценочки тут. Но грибов у них тут. Но грибов, да, грибов полно. Да, они местные места знают. А мы как первоходцы зайдем сейчас посмотрим. Как они нам сказали, купите грибы, тогда мы вам расскажем. Да, едем-едем, а тут заблудились, столько дорог. Говорим, подскажите, как нам ехать на базу, на Ореховую. Говорят, купите у нас грибов, расскажем. Не купите, не скажем. Да, не купите, не скажем, но сказали. Говорим, на обратном пути. Она говорит, все так говорят. Да. Говорим, на обратном пути купим. А женщина там говорит, да так все говорят. Так что, а вон машинки стоят, ага. И я нашел, Витуля, беленький. А, не, полячок. Полячок нашел, да. А ты что нашла? А я
Масленок, но он плохой. А, масленочек. Не то, да? Закидывай. Ну, подожди, сейчас посмотрим. Вот это поляк. Посмотри. А, поляк, да? Поляк. Полячок тоже. Чуть-чуть есть. Пожарим сегодня что-то. Там и поздно, уже время сколько? Конечно, уже четвертый час. Четвертый час, да. Осталось тут полчасика походить. Без 15:03? Ага. Лесок какой. Походим чуть-чуть, хоть часик какой-то. Еще полячок у тебя? Да, завтра уже, не знаю, или на рыбалочку поедем. Вернее, пойдем тут рядышком. Каменское водохранилище, река Днепр. Полячок. Полячок. А, видишь, как тут полячки, да? Смотри, смотри, насобираем что-то, я думаю, по-любому. Надо только внимательно смотреть. Оно уже и сереет, и полячок этот сливается с иголками, с листвою. Было бы чуть посветлее, конечно, было бы поинтересней. Ну ничего. Все еще будет впереди. Походили с Витулей, три полячка нашли. На камеру вроде светло, а так идешь. Серо, да? Серо все, ага. И дождь начинается. Мы передавали сегодня дождь. Должен быть. Так что лучше, как говорят, утро вечера мудренее. Выйдем завтра, может с утречка, может на рыбалочку. Посмотрим по погоде, что оно как по настроению. Будет видно. Пока через лес пробираемся на базу. Погнали уточки на юг. Клином идут, вожак спереди. Семерочка, как неделя дней всем. Ага, вот еще парочка догоняет. Наверное, остановились где-то. Догоняет. Шли к берегу на беседочку. Зайду, посмотрю, что здесь. Место, наверное, для рыбака какое-то есть. А тут я, наверное, не пройду. Сапоги надо. Ну да, заливчик какой-то он, водичка. Рыбачат, да, на поплавочную. Там не пройдем, там надо сапоги. Или веток наломать, или доски какие-то. Пойдем туда посмотрим. Беседку. А вот оно. Водохранилище Каменское. Река Днепр. Беседочка вот такая. Мангальчик есть. Столик рыбку разделывать. О. Да? В принципе, удочку можно кинуть, да? И стоит. Да это да, понятно. Но у меня удочка 3,90. Ну и что? Ну а что, у меня как размахнулся сюда. Обыкновенно. Можно пробовать, да? Смотрите, какое водохранилище. Днепр какой у нас. А, на лодочке он. Ловит. Ну, будем пробовать завтра. Это
за рыбка будет у нас клевать. Кто-то рыбачил, дачку оставил. Ну тут не воруют, не ничего. Знаешь, какая у него работа, что пойму. На барыш. Знаешь, убийца карася. Раз, два и три. Пружинки стоит. Все есть. Для удочек специально сделано. Вот, вот есть. Можно удочку поставить. Так что будем пробовать. У нас время есть. Сегодня вторник, да, у нас это? Уже вторник, считай, прошел. Среда, четверг. Еще двое суток у нас. Так что, да, ну, посмотрим. Будем ловить при любой погоде, а что не дать. Ты замерз? Нет. Нормально. А ну, открою беседочку, зайду, посмотрю, что тут. А, я думал, стекло, сетка такая. Тут, конечно, не очень красиво, но ничего, от дождя спрятаться можно, это уже хорошо. Тоже удочки пооставляли свои, поплавочные, всякие. А свет тут хоть есть? Ага, а ну сейчас посмотрим, свет есть? Света нету. Можно было бы, конечно, хоть одну лампочку крутить. А, вот выключатель. Тоже нету. Света нету. Приноси лампочку, кручу и садись, будет тебе свет. Это уже нехорошо. За 900 гривен номер могли бы лампочку одну крутить. Так что, ну как-то так. Будем пробовать завтра. Все, завтра будет день, завтра будет видео. А, интернет тут очень плохой. Но если получится, да, видео будет с опозданием, ну ничего. А вот что я увидел. Рыбаки наловили рыбки. Вот смотрите какой. Какая-то верховодочка. Такие маленькие платочки. Конечно, еще есть такой общий. А приехали сюда, на эту базу. Ну, пока вещи выгрузили, все. Проезжает машина еще. Volkswagen. Оказывается, наши земляки с Новогродовки. Они уже здесь не первый раз. Наверное, раза 3-4 были, да, Вита? Да. Ну, им тут нравится. И рыбалочка, и лесок рядом. Это, в принципе, и нам понравилось почти что. За исключением некоторых мелочей, да? Вот такой заливчик еще у них на базе. Выход на большую воду, как говорят. Вон туда лодочки припарковываются. Да и сюда тоже вот скаты сделаны, чтоб удочки лежат поплавковые. А рыбка гуляет, видишь? Угу. Ну ничего, первый раз приехали, посмотрели. Да, наших баз нету. Курахово, Славянск ездили, Славяногорск туда. Леса у нас хорошие там тоже. Базы хорошие какие. Ну, как-то так. Пойдем сейчас с Витой. Дождик идет. Картошку жарим. Пожарим картошечки, Вита пожарим. Говорит. Грибочков нашли чуть-чуть. С картошечкой нам хватит. Что нам двоим надо? Можно сказать так. Как говорят, по-стариковски уже, да? Нет, еще. Еще нет, да? Нет. Еще молодая, говорит. Да я тоже держусь огурчиком. Пришли в номер, Витуля ужин готовит. Сейчас покушаем чуть-чуть. Картошечку жарим с грибочками чуть-чуть. На двоих поужинать хватит нам.
Давить? Да.